Всем привет! Ну что, я могу сказать, сегодня у нас будет домашнее видео. Ну, может, и не совсем домашнее. В общем, посмотрим, как пойдет. Как пойдет, Настя, ну. Короче, что делаем? Собак поразвели. В ограде вообще не наступить никуда. Не знаю, кто с ними только будет со всеми по лесам ходить, натаскивать их. Как бы времени-то не особо-то у нас много. Но что могу сказать? Надо делать всем какое-то жилье на зиму. Будки, короче, колотить. Не знаю, хватит нам. Досок не хватит на одну будку. В общем, надо сегодня сделать одну будку. Хватит, что ты говоришь? Такой навесик. Так, не хватит, еще. Вот это хозяйство. Тут собаки. Тут еще двое. А будка у них одна, а в одной они уже все делить начинают. Начинают драться и ругаться. И им неспокойно. И нам спать мешают, блин. Иди, помолчи, все. Это надо будет с посуда пилить, да? Ровненько. Ну ты медленно. С будкой особо мы заморачиваться, конечно, не будем. Что, сделали две стенки? Сейчас четыре стенки сколотим. Вот две стенки, это получается боковушки. Это перед, зад будет. В общем, сейчас по ходу дела все видно будет. Вот Серега доски купил, наверное, съездил. Ну-ка. А? Никого там не забодал? Никого не забодал там досками? О, еще листвяжные купил. Нормально, пойдет нам. Все, собрали это дело. У него пока... Скажи, я вам заберу. Залез, не забрали. Ну вот такой ящик пока получается. Сейчас сделаем полы еще и крышу. Все, полы. Полы, видишь, полы шикарные. Сделали. Осталось. Сейчас подровняю ее и эту. Крышу сразу накинем, ну и вход, конечно, выпилим.
15 еще. Все. А потом доделаешь? Да, потом уже убраться. Так ты ее отсюда не приходишь из лета. А там все равно туда, чтобы ее ставить, там я пока почищу, потом пойдем. Это видишь? Обрезки. Это сгорят в печке, что не мусорить в ограде. Все, обед по расписанию. Какой обед, ты еще будку не сделал? Зовут. Тут у нас ребеха сушится. Серега ездил, ловил. Мы ему говорили, камеру бери с собой. Он сказал, фиг вам. Места свои выдавать, говорит, не буду. Вот. Тут клюкву перебирают. Короче, пока я на работе был, они уже тут рыбы наловили. Ягоды насобирали. Вот такие вот дела. Короче, много всего происходит, чего я не снимаю. Места свои не хочешь показывать? Зачем? Я же тебе говорил камеру, давай дам тебе. Не надо места выдавать. Там еще потом же не поймаешь. Правильно. Вот так это дело будет выглядеть у нас. Здесь у нас все должно быть плотно. Сейчас посмотрим. Так. Да, здесь более-менее. Ну, при желании, конечно, можно будет пропенить, но я думаю, это не нужно. Так, ну ладно. Сейчас делаем еще отверстие, конечно же, для входа-выхода собакина. Пойдем заносить будку. Правда, я еще посмотрю, есть ли профлист. У нас где-то железо валялось. Если есть, то он сразу накину его туда, на крышу, чтобы вода не попадала. Все-таки нашли мы кусок профлиста. Сейчас мы сделаем будку герметичной. В общем, все, хорош с этой будкой. Ну, Саша, несем собачки, поставим, пусть обалдеет. Закидываю собаки туда. Я пока начну порядки наводить. Ну все, идем с проверкой. У этого есть свои квадраты собственные. Тайга у нас со студии переехала в однокомнатную. Вернее, по просторе хата. Даже. Так, здесь у нас ребеха. Сейчас коптилочку затопим. Пускай коптится. Ну и эти самые громкие, блин, ребята. Так, не выходи, сказал, сиди тут. Два балбеса эти. Теперь, да ё-моё. Теперь у них тоже, у каждого по хате. А то дождь начинается, один залезет в будку. Второго не пускает. И начинается вот этот скуление всякие, начинаются драки у них, конфликты. Но теперь один в одну будку, второй в другую. Даже выкрасили ее. Ну и рыбка копчется. За рыбкой тут присмотрят дома. А мы поедем. У нас там, короче, в речке железяку мы нашли. Как-то плавали на моторе и чисто случайно увидели железяку. Ну и сейчас поедем ее доставать. Так, каракат мы. Что, мотор кинули, пилу, несколько дисков, магнит поисковый. Вот он. Так, очечи, лишь бы не раздавить надо их в руки. Ну и все, сейчас поедем.
метре. Попробуем дернуть железяку. Не знаю, думаю, вытащит. Если магнит не подведет, то должен вытащить. Партнер осваивает новую технику. Сейчас я пойду на моторе, а Серега там подъедет на каракате. У него все загрузим и уже поедем груженые. Да ладно, блин. Кругом. Ладно. Будем пробовать. Так, все, хорош. Теперь будем разматывать мы магнит. Вот видали, какие железяки большие лежат. Так. Где-то. Где же была-то? Что-то я ее здесь видел. Так, можно найти. Что-то поймал. Так. Что-то мне подсказывает, что магнит не выдержит нифига. Что-то я что-то два раза больше, на раза три, наверное, или четыре кидал. А он так, усилие хорошее прилагаешь руками, он отрывается. Не знаю, сейчас попробую каракатом подъехать. Каракат-то вообще, наверное, не почувствует. Садись в кузово! Будем покорять океаны! У тебя сапоги длинные? Ну в лодке будешь сидеть, поехали. На первой потихоньку. Понтон, а не кусок. Я не знаю, там посмотрим. Магнит то, ты полезешь цеплять. Я не могу цеплять на сапоги. Да. Так там глубина, ну, там метра два с половиной, три. Вот это я понимаю, да? Вытащил. Попалась. Вот это хорошая щучка. Меня вытащи на дверь. Я как пойду?
Давай, сплавай. Так, короче, кидаем. Прям с парома. Тут раньше паром был, вот понтоны, их тут резали. Ну, в общем, тут осталось такое, вообще трудоемкий металл, его никто не трогает. Ну, решили, лодку держи. Решили, короче, покидать. Вот, чувствую, что-то идет, волокется. Камеру включил, так что не знаю. Что-то прям поймали. Ну, нормально что-то. Ой, понтоны бы не примкнить. Опа! Опа, хороший. Что-то от коробки. О, так это... Я не понял. А, чугуняка. А это металлическая. Прилипла, сы куда. Так что нам еще повезло. Так, ну это мы сюда закинем. Ё-моё. Ты сам не уходи. Что-то прям тянется. Я боюсь, что оторвется, но тяжелое что-то идет. Уже где-то здесь рядышком. Ой-ой-ой. Слушай, по-моему, колесо какое-то. Ну, колесо. Поднимай я потихоньку. А ты еще не оцепилась. Ё-моё! О, да да да. Офигеть. Хрена тут металла, блин. Охренеть. Вот это железо. Это оно хорошее, пожалуйста. Давай я. Тут даже. Сюда кидать. Тут. Так. Много. Поедем там, отпили. Поехали, ну. Так. Выкидывай пока сюда, сейчас разрежем. Будем упаковываться. Грузить. Нет. Нормальную железяку, блин. Сюда. Она сколько будет? Ну. Может, 120 метров. Ну 100 будет килограмм, конечно. Сотню будет, но. Ну вот тут она киловатт 50 наберет. Ну. Прогазуй, прогазуй. Раскурочили, да? Да. Кусочки-то хорошие. Раз, два, три. И там четвертый. Давай. Поднимай, поднимай. Выше поднимай. Так, аккуратно пускай. Пускай. Так. Ну что, ты листик положишь, и все на. Давай, второй. Все, грузить будем. Так, надо вот эти покоробнее, да? Но. Так, аккуратно, не царапай автомобиль. Какой автомобиль, бахана? Пускай, кидай. Так. Нарезал ты крупный. Да больше надо. Ну, вот эти тут по 30 точно. Ну, больше 100 килограммов. 150, так. Да? Ой. Поднимай. Видно будет потом, что теперь. Так. Да, как компактно все. Поднимай. Так. Так, давай. Теперь вот эти уголки, всякую фигню давай. Я сейчас поставлю, чтобы она не царапала. Больше надо будет. Больше будет? Угу. Тяжело. 25-30.
по колесам не бежать.